Всем привет, ребята! Салют, друзья! С вами Интересный и Фикус. Все вы знаете, как мы постоянно мучаем нашу машинку. Что мне только не было. Кубы дров, пенопласт, ванны и много чего другого. И сегодня мы решили сделать для нее что-нибудь приятное. Хотим, чтобы она просто сияла в глазах окружающих людей и машин. Чтобы наша любимая машинка кайфанула. Хочу порекомендовать вам канал Егора Труфанова. Популярный амбициозный поэт поставил перед собой цель заработать миллион. И совсем скоро он запустит свое новое шоу «Путь к миллиону». Параллельно он будет проходить разные игры, в том числе и классику. Станет одним из первых подписчиков будущего миллионера. Мы долго искали интересный тюнинг для нашей машины на китайских сайтах. И к нашему счастью мы наткнулись на одну украинскую фирму, производство которой есть в Китае. Представьте, украинская фирма, а производство в Китае. Просто нас просто поразили эти низкие цены. Эта фирма называется Укрлед. Ну, если вы захотите когда-нибудь что-нибудь там приобрести. Так что мы все-таки будем делать с нашей машинкой? Мы хотим, чтобы она в прямом смысле светилась. Вот. И мы для этого выбрали лучший вариант. Это светодиодные ленты. Мы хотим облепить ее полностью. С ног до головы, снизу, сверху, сбоку, чтобы было круто. Вот. И заказали эти ленты у уже ранее сказанной фирмы Укрлед. Да, они нам все просчитали, они так просто загорелись нашей такой идеей и такого, что никогда ни у кого этого не было, что они полностью все просчитали, как это будет лучше. И выслали нам весь полный комплект всего того, что нам понадобится для этого. Да, и мы сейчас пойдем на новую почту, заберем и будем надеяться, что там все в порядке, потому что мы им полностью с головой доверились. Ждешь? Теперь наша машинка будет нарядная, красивая, да? Как елочка. Мы будем надеяться, что там все, что нужно, нам все собрано. О, откроем ее, посмотрим, что там нам прислали. Барабанная дробь. Ой, тут все так аккуратненько. Нифига себе. Ух ты. Чего себе, я думал, ты такой, ты знаешь, примотка. Да я тоже так думал. Переходнички. Домино. А реально переходники. 50 штук. Смотри, пульт. Нифига батарейка себе, даже. Пульт. Вот, это блочок, по идее, для того, чтобы наши светодиодные ленты мигали. Вот, мы же не хотим, чтобы было просто. А это что, оно на магните? А, это двухсторонний скотч. Да, да. А ты видел, что они типа залиты этой эпоксидной смолой? Помнишь, хотел такие белки из нее делать? Прикольно, да? Это на каждый этот, блин, экономикать будет, оказывается, по-разному. По-разному, ребята, это вообще так офигенно. Смотрите, как она в каких бобинках идет. Классно. Кажется, мало, но ее на самом деле много, и таких штук тут сколько. Да до хрена. Гора просто. Офигеть, ребята, я не представляю, наша машина реально кайфанет. Вот это, ребята, уровень, насколько все аккуратно, красиво, сложено, все в коробочках, в пакетиках, на бобинках вот этих. Это реально, ребята, уровень. Я буду распаковывать вторую нашу посылочку, вот, но теперь у меня есть ножнички. Не буду как этот, так, диким способом. Давай я. На. Короче, у меня не вышло. На. Чтобы подсветить дно машины, вот такие штучки, которые нужно будет каким-то образом именно к днищу прикрепить. Короче, ребята, мы немножко начали разбираться в этом всем, потому что нам нужно это все крепить. Короче, есть у нас ленты, это будет на крыше, на бампера, на все. Значит, у нас есть подсветка будет вниз, вот, получается, под машину. И еще у нас должны быть суппорта какие-то на колеса, вот, чтобы колеса светились, когда ехали, да? Но у нас есть вот такого такие штучки, вот, оно цельное. И у нас подозрение, что может это оно... Потому что другого ничего такого в количестве 4 штук у нас нету. Да, и во-вторых, короче, я вообще не понимаю, как можно сделать так, чтобы колесо крутилось и светилось. Мы с Серегой подняли одну интересную тему и до сих пор спорим, не можем понять, почему собака бегает за машинами, автобусами и прочим. Да, да, да. И моя версия такова, да. Что собака хочет спасти людей, которых, якобы, по ее мнению, автобус съел. Интересная теория, да? Ну, если у вас есть своя теория, обязательно напишите, потому что вот реально, почему собака постоянно бегает за машиной? Вот знаете, вот есть некоторые, не каждая, конечно, но вот дворовая на какой-то там территории, там, она бежит, сломя голову за машиной и вообще мешает ехать под колеса. Вот. Почему? Thank you.
Пробуем. А мигание. О! Так, сейчас мы приступим к подготовке нашей машины к поклейке наших светодиодных лент. Я буду мыть капот. Давай. Не годь. Приклеить нашу ленту к машине, мы наносим на обратную сторону двухсторонний скотч. Мне так нравится вообще, еще мы когда-то делаем сзади колеса. Вам нравится, ставьте палец вверх. Итак, ребята, день номер два. Сегодня очень плохая погода на улице, и мы боимся, что пойдет дождь. А наша лента боится дождя, потому что она может закоротить. Вот. И мы нашли вот такой бокс, где мы продолжим обклейку нашей машины этой светящейся лентой. Вот, расскажу, что мы сделали вчера. Значит, мы поставили вот таких два блока, они на пульте. Это для того, чтобы оно мигало. Вот это автомат. Это чтобы если закоротит, вот оно выбило, чтобы машина не сгорела. Вот такая хернюшка, это распределитель всяких шнуров. Как сердце получается. От этого всего у нас идет сосуды, как говорится, по всей машине. Сегодня мы будем делать что? Сегодня мы должны сделать, чтобы колеса светились. Вот, сегодня мы сделаем подсветку низа. Еще обклеим все остальное. Крутая машина. Там лыжи прикрепить, ребята, да, и будет круто. Вот, ребята, финиш. Мы наконец закончили все делать. И сейчас мы испытаем нашу малышку. Доволен? Да, 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 да. Ребята, мы уверены, что это видео вам понравилось, потому что это было действительно феерически, помпезно просто. Нам дико понравилось то, что мы сделали. И никто этого еще до нас не делал. Я думаю, вы с нами согласитесь. Мы считаем, что не зря было потрачено 2 дня на реализацию этой идеи. 2 дня не только нашего времени, а еще и очень крутых ребят-профессионалов, которые нам помогали. И не только помогали, они непосредственно внедряли всю эту аппаратуру в нашу машину. И это было действительно тяжело. Хотим выразить большую благодарность Андрею и Денису из компании Apparatus, которые занимаются разработкой и внедрением промышленной автоматизации. А простым языком они могут вам сделать все, что вы захотите. Любую вашу робота. Они могут сделать что угодно. Они могут разработать и сделать робота. Любую вашу фантазию. Ссылочка на этих ребят будет у нас под видео. Если хотите что-нибудь такое сделать, да, обращайтесь к ним. Да. А также хотим еще раз поблагодарить компанию UKRLED за предоставленную аппаратуру и ленты, которые были у нас на машине. А вам, ребята, хотим сказать, если вам понравилось наше видео, поставь пальчик вверх.
Или если нет, то... Поставь палец вниз. Также следите в комментариях, что вы думаете по поводу данного ролика и наших видео вообще. Не забудьте подписаться на канал, если не подписаны. Спасибо за просмотр. Всем пока.